По распоряжению главы округа Дмитрия Волошина в Химках продолжают субботние обходы территории. Представители власти осматривают дворы, дороги и социально значимые объекты. Такие действия предприняты для того, чтобы администрация держала руку на пульсе и могла вовремя принимать необходимые меры по улучшению города. Об этом дворе на улице Маяковского жители неоднократно писали властям. Качели на детской площадке и спортивный инвентарь безнадежно устарели, а молодежи и вовсе негде гулять. К тому же остро стоит вопрос парковки. Мы можем запланировать элементы как и для детишек до 5 лет, также для молодежи сделать воркауты спортивные и для старшего поколения зоны, где они могут посидеть, отдохнуть, обсудить какие-то свои интересные темы. Также мы здесь будем предусматривать парковочное пространство, потому что дворы маленькие, исторически сложившиеся, машин стало достаточно много, и парковочное пространство также здесь актуально. Также комиссия заглянула в подвал дома на улице Маяковского, где уже провели работы по подготовке к зиме. Сотрудники администрации вместе с коммунальщиками проверили теплоизоляцию труб и убедились в том, что в технических помещениях чисто и нет протечек.